Вероника Мухаметшина сегодня решила сделать полезное и доброе дело. Взяла лопату и приступила к уборке снега во дворе. К слову, для женщины и других жителей дома это привычное дело. В этом году много очень снега. Дворник, наверное, устает. Поэтому всеми соседями выходим помогать каждый раз, после как выпадет снег. Акция «Помоги дворнику» уже стала доброй традицией. Зачастую дворниками работают пожилые женщины, и им физически трудно убирать огромное количество снега. Этой зимой осадков выпало немало, поэтому во многих дворах жители вышли на помощь. Ежегодно мы постоянно помогаем нашему дворнику. Наши активные жители постоянно по своей инициативе выходят и убирают, чистят наш снег возле своей территории. Всегда прочищают подъездные пути, тротуары для своих же удобства. В поселке строители жильцы дружные, помогают дворникам каждую зиму. Кроме того, возле каждого подъезда стоит лопата, чтобы любой мог взять и почистить тротуар. И надо сказать, лопата никогда не стоит без дела. Помоги дворнику! Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.